Добрый день. Я Петраков Василий, руководитель клуба болельщиков «Торпедо». Мы находимся на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова, который является домашним стадионом футбольного клуба «Торпедо Москва». Это уникальный стадион, один из самых старейших, которые остались вот в таком состоянии. У нас на поле находится подогрев. Это первый подогрев во всем Советском Союзе. Будет время, заходите, тут всегда вам будут рады. Сегодня я вам расскажу, как правильно вести себя на футбольном матче, как надо болеть, как вести на трибунах, как заходить и как выходить из стадиона. Первый вопрос – это приобретение билетов. Лучше позаботиться об этом заранее и не откладывать это на последний момент. То есть часто бывает так, что билетов много, несколько работающих касс, и у них большие очереди. И часто бывает так, что до начала второго тайма люди не могут попасть на футбол. Приходить на стадион лучше заранее, потому что проходимость входных групп, входов, она небольшая. И если вы придете за минут 40 до начала матча, вы нормально успеете попасть. Если вы придете за 15-20 минут, может так получиться, что пока вас досмотрят, пока вы пройдете все контроли, вы можете опоздать на начало матча. Обычно начало матча – это самое интересное. Придя на свой сектор, лучше, конечно, всего занять свое место, которое у вас написано в билете. Потому что не часто, но бывает так, приходят дотошные люди и пытаются занять именно свое место. А вы будете занимать, вас во время игры сгонят, придет полиция и может вас забрать за то, что вы заняли не свое место. Если вы пришли в фанатский сектор, то лучше, конечно, всего слушать старших. В каждом фанатском секторе есть свои заводящие, есть старший сектор. И старший сектор, и если вы будете что-то нести, какую-то отсебятину, что-то свое кричать, вас могут просто-напросто, ну, вначале сделать замечание, а потом могут и побить. Значит, слушайте команду заводящих. Если вы будете молчать, вам тоже первый раз придут, предупредят, а второй раз могут и по шее надавать. Значит, если вы пришли на сектор спокойных болельщиков, то советую вам тоже занять свое место и с места особо не вставать, потому что публика на центральные сектора приходит, любители футбола, они смотрят футбол, и если вы будете перед ним прыгать, болеть, то они могут вам, скажем так, сделать тоже замечание. Значит, если вы приходите и не знаете, где находится фанатский сектор, лучше спросите в кассе, сказать: я вот хочу поболеть, у меня есть желание попрыгать. Значит, если играют сборная России, то там, наверное, весь стадион будет болеть за сборную России. А если играют две команды российские, то лучше спросить, где находятся болельщики именно вашей любимой команды. Потому что бывают случаи, когда попадают болельщики в сектор противоборческой команды, и там обычно заканчивается печально. На стадион лучше не брать ничего лишнего. В идеале, если вы идете летом, вы, наверное, лучше идете в майке. И из средств поддержки, так и, наверное, шарф. Какие-то баннеры, ничего делать не надо, потому что каждый баннер должен быть утвержден с полицией, должен пройти пропитку противопожарными средствами, и, скорее всего, просто вас не пустят на футбол. Если вы приходите с какими-то лишними вещами, вплоть там сумочка, зонт, какие-то там какие-то глобальные мобильные там системы, то лучше все это сдать в камеру хранения. По опыту знаю, что если вы идете на футбол или на какое-то массовое мероприятие, лучше заранее зарядить телефон на полную, чтобы потом ваши родственники, родители не беспокоились, если не могут вам дозвониться. И сразу скажите, часто бывает так, что работают глушилки перед футбольным матчем и после футбольного матча, и часто нельзя дозвониться. Пусть родители не переживают, то через 15-20 минут все будет нормально, связь восстановится, вы спокойно можете перезвонить родителям. Если на секторе начинаются какие-то беспорядки, какие-то проблемы, может быть, там небольшая стычка или иногда бывает проблема со стюардами, совет какой? Не подходите поближе, не смотрите. Ну, смотреть можно, конечно, но близко не подходите, не любопытствуйте, потому что часто бывает, что может достаться совершенно невиновным людям. Часто бывает, что кто-то пытается сделать какую-то провокацию, человека начинают вытаскивать из сектора, и в этот момент могут пострелять совершенно невинные люди. Поэтому что-то начинается, лучше в сторонку отойдите. Выход из стадиона тоже рекомендую сразу не бежать домой. Лучше подождать 5-10 минут, пока основная масса людей выйдет из сектора.
выйдет с трибуны, и вы потом спокойно дойдете. И время немного потеряете, и, скажем так, лучше спокойно постоите на секторе. Во время перерыва футбольного матча, он длится 15 минут, у вас есть возможность посетить туалеты, посетить многочисленные буфеты, купить какую-то сувенирную продукцию. Не надо опаздывать с перерыва, потому что начнется футбол, и вы будете, когда проходите на свое место, мешаете людям, которые смотрят футбол. В принципе, за 15 минут все можно сделать. И в буфет сходить, и выпить кофе, и посетить туалет. Если вам повезло, и вы достали билет на чемпионат мира, значит, первым делом надо обязательно сделать паспорт болельщика, так называемый фан-айди. В электронном виде заполняете его, потом подъезжаете, вас фотографируют, и буквально это займет 5-10 минут. В день матча по этой фан-айди, фан-карточке, вы спокойно можете в городе ездить бесплатно на любом транспорте. Если вы едете в другой город, то бесплатным поездом можно воспользоваться, но надо заранее забронировать себе билет, потому что количество билетов железнодорожных ограничено и на всех может не хватить. Чем раньше вы начнете бронировать себе билет, тем больше шанс, что вы его получите. На чемпионат мира приедет большое количество иностранных туристов, любителей футбола из 30 стран. Поэтому большая просьба, ребят, ведите себя хорошо. Если какие-то, возможно, будут провокации, не реагируйте на них, просто отойдите в сторону. Я считаю, что надо показать иностранным туристам, что в России все хорошо, медведи по улицам не ходят, и россияне гостеприимные, веселые и добродушные люди. Перед походом на футбол посмотреть прогноз погоды и в соответствии с погодой одевайте одежду. То есть, если намечается дождь, то лучше взять с собой, конечно, дождевик. Зонты на некоторые расстояния не допускают. Внимательно смотрите на билет. Обычно на каждом билете написано, что разрешается пронести, что не разрешается. Понятно, что оружие, наркотики, бутылки нельзя пронести. Но, допустим, зонты где-то разрешаются, а где-то не разрешаются. Поэтому повнимательнее смотрите на билет. И на обратной стороне билета есть правила поведения на футбольных матчах. Внимательно почитайте, потому что некоторые пункты обычно вызывают непонимание, еще что-то такое. То есть, допустим, сумочку можно пронести женскую, только, допустим, 10 на 10. Больше нельзя, придется ее сдавать в камеру хранения. Поэтому девушкам лучше идти с какой-нибудь маленькой сумочкой. Если вдруг, не дай бог, вы почувствуете себя плохо на футболе, подвернули ногу, закружилась голова, обращайтесь к стюардам. На каждом секторе стоит стюард в яркой желтой или малиновой манишке. И говорите, мне плохо, он вас обязан сопроводить в медпункт или направить к людям, которые вас сопроводят. Если вы, скажем так, идете с другом, который инвалид или в коляске, значит, это есть специальная программа, надо будет набрать специальный телефон, лучше в интернете посмотреть, и вам встретят, и маломобильные граждане их проведут именно на их место. Футбол – это очень красивая игра, на поле все может случиться. Значит, бывают, на ваш взгляд, какие-то спорные моменты. Просьба реагировать на любые моменты позитивно. Вы пришли отдыхать, и не надо оскорблять и игроков сопернической команды, и судей, потому что это вначале игра, а потом уже это какое-то, скажем так, нервное зрелище. Если ваша команда выиграла или, не дай бог, проиграла, не надо вырываться на поле, потому что если вы побежите на поле, вас накажут и потом на несколько лет лишат права посещения футбольных матчей. На чемпионате мира и вообще на всех стадионах, хороших стадионах, где проводятся футбольные матчи, есть множество видеокамер, поэтому если вы что-то задумали сделать нехорошее, противоправное, имейте в виду, что, скорее всего, вас найдут и накажут. Значит, за противоправные действия есть как административное воздействие, да, это штрафы, может быть, какие-то там, может быть, лишение права посещения футболов на какое-то время, так и уголовная ответственность. Если вы что-то сделали, то надо иметь в виду, что наказание неминуемо. Ребята, футбол – самая популярная игра в мире, она объединяет. Ходите на футбол, приводите своих друзей, подруг, ведите себя хорошо. Верим в Россию, болеем за Россию. Россия вперед!